весь бой вела в счете, да, почему не удалось довести все-таки до логического завершения уже поединок? Это сегодняшняя катастрофа для меня, не знаю, для болельщиков, для семьи, для всего. Не знаю, счет был 10-4, когда, ну, это, считаю, уже победа. Осталось нанести 5 победных, чтобы завершить этот бой, но что-то случилось, что-то пошло не так. Возможно, ударилась коленка, и потом, вот после этого пошел сбой. Я не знаю, я не думала в бою ни о боли, ни о чем. Я просто не чувствовала этого. Но что-то случилось, пошло не так. Я не могу объяснить, что. Как будто заколдовали меня. Вот фея подлетела, палочкой сделала, все. Я стала неуверенно делать атаки. А трусливо как-то вот осторожничала, боялась получить укол. Боишься получить укол, ты его обязательно получишь. А меньше стала рисковать, меньше напора, что ли, вот такого. Хотя мне надо было ее добивать, и я бы выиграла. А как себя чувствовала физически перед началом боя? Может быть, тебе просто сил не хватило? Нет, нет, я физически, мне готовы еще сейчас провести. Я киплю, горю. Мы хорошо готовились на сборах. Не знаю, физически, вот как никогда я готова. Отмотайте бы мне назад немножечко, я бы еще пофехтовала бы. Понравилось фехтовать в такой атмосфере, когда за тебя болят родные, да, трибуны. Наверное, я думаю, хотелось бы тебе подольше, да, это почувствовать. Конечно, конечно. Мне помогают, мне прям задор, мне гордость какая-то берет, то, что вот подбадривают. Сейчас, конечно, мне очень стыдно. Мне стыдно, и хочется провалиться, и чтобы, не знаю, порой до плохого мысли доводит. Ну, нельзя, конечно. А так хотелось бы еще пофехтовать, порадовать. Ну, увы, не сегодня. Надо сегодня, ладно, погоревать. Завтра уже забыть, работать, тренироваться. А 19-го всем показать, кто здесь главный. Спасибо большое, удачи. Спасибо.